На этих видеокадрах мужчина и женщина, находясь в многофункциональном центре по улице Ключевская, заметили оставленную кем-то сумку и принимают решение ее похитить. Но при этом они не замечают, что находится в фокусе камеры видеонаблюдения. На следующих кадрах мужчина похищает сумку, в которой, как выяснилось, находились деньги в сумме более 10 тысяч рублей. По подозрению в совершении данного преступления был задержан житель города Улан-Удэ, 85-го года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. На следующих фото похищенные автомобили, угнанные одним из активных участников организованной преступной группировки, занимающейся автоугонами. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение со следствием, и в дальнейшем данные автомашины были изъяты и переданы потерпевшим. В данное время устанавливается местонахождение остальных участников ОПГ «Автоворов». Намсарай Намсараев, Чингис Асадоев, Даниил Дурхисанов. Новости дня.